Фурныш, пызык, хавыртлықпа ұлжын забырать. Цифра технологии земде кунзерен адалан забыраще. Тимиши пин шухрамра пуранаган тыван зембе шихын мада, компьютер урла тухтар батне шырын мада, коммуналла пулышу земжін тюлезе ямада шымылынақ майгелейд. Анжақта ку пулышу зембе пурде узугыраймаще салдавы, шихыну тада интернет шуки. Чармава падерме шихыну станции зем лардащеде. Анжах кунда коллег кылдыксексе дугать. Хыжы брезем шихыну станции зем сывлышын сиенле дезе шуғышлаще. Перем пулдарулы хушкене ларударова ужымлатма альгежи шитсе гилже. Призем шихыну станции кирле дешите призем варащак на хирешлеще. Сывлышын сиенле имеш. Паянчева шинре пинде шир шихыну станции шлеть. В зене вырнашта речень Роспотребнадзор экспертизы иртереть. Анжах тальгеше пурнаган сенчень хожи бери кодер слеве и неньмеще. Пужиратнын солдаве шабах шихыну вышки сенчень чесе балардаще. Хуша айраттарат теще певры айкрарах пурна пырха. Шивых резем. Убрат тударашын, куштар тара, идерешын. Но еб уже вады даман. Тавлений де булает. Пусть сам дай радаше. Вады еб. Альгише Бурнагансен Шивичи Дывнет от Сабамач Ваш Республикин цифра отдала на ВБ информации политикин тогда массовой коммуникации Хадерзень министре Кристина Майнина Роспотребнадзор тогда Чигану компании Шченезем Бурначит Сегильдич. Чигану станции муниципалитет Шереченче Бурначне Маларах экспертизы Иртернебе Анаду Майрик Пан Небалар Тышвезем. Вышка Бергин Деменька Мабулать. Чынақта халық ялғалыге бізім ұланзақ қаймайшы, бізім шылайшы шак вышқа өпеде сиен күреткезе. Ну, паңгегі ұна вышкене ларына, ұна эксплуатирует тұмала, халығын связь, лайх связь пұлмала. Паңгегі ұна ебір паян решение принимать тұрымыр, шак независимый экспертиза нанимать тұза, заключение Ильны Гыщен, малашне, шак вышкен Пулашсахня и бар суцея вапар. Тенджери Малдабыраган лаборатория зем шихыну станции зем шинзен зылыхне медлерех видим гюнне премарди пчене. Шабах тахаль лихене медле шихыну да тупса балартман. Альгешсем варахаль нигама бахынман экспертизы кадарды везене гдешем. Шубашкар район чень, Республика Кларамбали, Татьяна Раевская, Инесса Потапова, Георгий Кривошеин.